Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. В Одеській юракадемії пройшов перший етап Всеукраїнської олімпіади з психології. Сьогодні в нашій студії декан факультету психології, соціології та політології Одеської юракадемії Денис Яковлев. Вітаємо. А також доцент кафедри соціології та психології Одеської юракадемії, а також кандидат психологічних наук Юлія Форманюк. Вітаємо, Юлія. Денис, вам перше питання. Знаємо, що це вперше пройшло в подібному форматі. Хто приймав участь і переможці куди відібралися? І де зможуть представити наше місто вже в Всеукраїнській олімпіаді з психології у вирішальному етапі? Спасибо за вопрос. Дійсно, вперше в юридичній академії пройшов перший етап Всеукраїнської олімпіади по психології. Это связано с тем, что уже два года, как мы готовим специалистов-психологов. По инициативе Сергея Васильевича Кивалова, президента Академии, была открыта именно эта специальность. Она сегодня очень востребована. И раньше назывался факультет правовой политологии и социологии. Мы готовили политологов, социологов. А два года назад открыли такую специальность, причем и бакалавриат, и магистратуру, где психологи действительно могут получить не только базовые знания, но и принимать участие в различного рода такого вот мероприятиях, уже начиная со студенческой скамьи, и в тренингах, и в различных семинарах, и в научных конференциях. Вот один из таких форматов – это проведение олимпиады по психологии. Я взагалі вважаю, що психологія в основі майже усіх процесів полягає, але от дуже цікаво, як саме проходили ці змагання, у якому форматі, як виділяли найсильніших і найталановитіших майбутніх психологів серед студентів. Да, я прошу прощення, я хотів сказати просто, що дійсно, от такі три спеціальності на факультеті об'єднані, і зараз якраз йде активная фаза, завершающая фаза избирательной кампании. Мы находимся фактически в эпицентре выборов президента Украины. И посмотрите, насколько сегодня востребованы специальности и политолога, и социолога, и, конечно, психолога. Да, мы говорим в разрезе там политическая психология, но я вам хочу сказать, что без работы представители этих специальностей точно не останутся. И всегда это будут самые востребованные профессии на рынке труда, поки в Україні существують вибори. Ну це вже в розрізі майбутнього, а все ж таки повертаючись саме до формату олімпіади. Як виділяли найкращих? Ну, завдяки яким дисциплінам та завдяки яким видам змагань, скажімо так. Якщо це було навіть з листочками та олівцями, все ж таки. Ну, во-первых, преподаватели кафедры социологии и психологии юракадемии составили тестирование по различным сферам психологической науки. Были вопросы и по возрастной психологии, по общей психологии, по истории психологии. Лично я готовила вопросы по психофизиологии, так как мы готовим будущих психологов, бакалавров, и они просто обязаны знать и строение нервной системы, и что такое синапсы, и как они образуются, для того, чтобы в дальнейшем оказывать психологическую помощь населению. И мы создали тесты, вопросы, ребята с листочками, как вы сказали, отвечали на тестирование. Очень у нас активные студенты. Все пришли вовремя, нарядные, красивые, так как это все воспринималось как праздник. А яка кількість була взагалі учасників відбору цього першого етапу? 47 чоловік у нас було в наличі. Серед них виділили найсильніших? Так, лучші із лучших. Які представлять наше місто вже на початку квітня в місті Переяславль-Хмельницький? І кому випала честь захищати? Знаєте, я должен сказати, що вообще, вот казалось бы, где Олимпиада, да, мы привыкли, что это соревнование самого высокого уровня, соревнование за первое, второе, третье место и так далее. И вот и психология, политология, социология, такие науки, которые, казалось бы, далеки от, да, соревнования, от такого процесса завоевания медалей и так далее. Но дело в том, что вот эти научные олимпиады, они действительно позволяют студентов, может быть, через экстремальную ситуацию, посмотреть, как они реагируют, насколько они собраны. Потому что и политологи, и социологи, и психологи – это такие профессии, которые представители этих профессий работают в ограниченном временном промежутке. То есть они должны уметь принимать решения очень быстро,
они должны уметь находить правильное решение, они должны уметь адекватно реагировать на какую-то незнакомую, быстро меняющуюся ситуацию. Возьмем это, будь это выборы, будь это любая другая экстремальная ситуация. Поэтому Олимпиада здесь – это нам подспорье очень хорошее в подготовке и политологов, и социологов, ну и в данном случае, конечно, психологов. А то, что будет второй тур Всеукраинской Олимпиады, мы туда действительно отправляем двух наших студенток. Это Хапец и Плюшкину. Это студентки, перепрошу, першого та другого курсу. Это студентки первого и второго курса, да. А змагатися вони будуть, з більш старшими соперницями. Чи є в них можливість та шанси перемогти, як вважаєте? І який є досвід вже в Одеської академії на подібних олімпіадах, які вже є успіхи? Знаете, действительно, вот это первый раз мы провели Олимпиаду, первый тур в юридической академии по психологии, и теперь это будет дебют наших студенток, наших лучших студенток, дебют во втором туре на всеукраинском уровне. Мы рассчитываем только на победу, и мы их настраиваем только на победу. Но, конечно, объективно, первый и второй курс, они меньше материала еще прошли, чем их коллеги, третий, четвертый. Но мы уверены, что если, знаете, так уже переходить на спортивный язык, это будет хорошая для них тренировка, хорошая обкатка. И в следующие годы, даже если в этом году вдруг не получится, мы такой вариант не рассматриваем. Но вдруг, то в следующие годы они смогут показать достойный результат такой, как показали наши политологи и социологи. Например, студенты-социологи, мы заняли второе общекомандное место, факультет занял, на Олимпиаде в Киеве по социологии. А студенты-политологи наши заняли первое общекомандное и второе индивидуальное место заняла Алена Костанюк, студентка нашего факультета, на Олимпиаде по политологии для студентов, именно политологов. Но эта Олимпиада проходила в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Почему? Потому что материально-техническая база, уровень профессорско-преподавательского состава и наши показатели на предыдущих олимпиадах позволили Министерству образования и науки именно нам поручить наш вуз сделать базовым, вуз Национального университета Одесской юридической академии, сделать базовым для проведения целых трех олимпиад в этом году. Тут же и атмосфера, и рідні стіни допомагають, але все ж таки відібратися – це лише початок. Як готуються психологи, які відправляться до Переяславля-Хмельницького, це саме Олександра Хопець та Анна Плюшкіна, як вони готуються зараз? Юлія, якщо можна, як ви їх налаштовуєте? Ми їх настраюємо на побіду. Во-первых, це для них большой опыт в написании научной работы. Пишут научную работу как уже науковцы, настоящие. Ну вот, в общем-то, у Ани тема по копинг-стратегиям в юношеском возрасте. Мы рассматриваем и юношеский возраст, и поведение в стрессовых ситуациях через призму локус-контроля. И, в общем-то, проведено исследование на базе юридического колледжа. И, в общем-то, эти результаты исследований, ну, всех секретов рассказывать не буду, но настроены мы очень оптимистично, очень интересные исследования, обязательно поделимся ими при возможности. Ну и плюс разрабатываем рекомендации для того, чтобы формировать позитивные и адаптивные копинг-стратегии в юношеском возрасте. Дякуємо. І, ну, звичайно, бажаємо успіхів дівчатам. Але ще в мене питання до вас, Денис Вікторович, щодо того, що вас запросили головою апеляційної комісії Олімпіади, яка відбудеться в Київському політехнічному університеті імені Сікорського. Що очікує вас як голову апеляційної комісії та що це... до чого готуватися? Да, вы знаете, вот эти олимпиады, мы же неспроста о них говорим, и это не просто соревнования. Это еще, если хотите, большой форум всеукраинского масштаба, на который съезжаются не только лучшие студенты, но это и представители жюри. Например, на олимпиадах обычно 10-15 это жюри.
То есть это доктора наук, кандидаты наук, ведущие специалисты в своей профессии. Есть также апелляционная комиссия. Какая задача апелляционной комиссии? Рассмотрение апелляций, жалоб, если вдруг неправильно жюри принимает решение. И все бывает. Но самое главное, наша задача, то есть мы гарантируем законность проведение этой Олимпиады. И, наверное, не зря, что... Цікаво, який строк подачи апелляции, та скільки ви будете розглядати? Прямо там, в течение дня, после оглашения результатов, у них есть определенный период, когда они могут подать, но это не месяц, это считанные часы. Команда принимает решение, подает апелляцию. Дуже цікаво, тому що, наприклад, у футболі є система відеоповторів, так, ВАР запроваджена зараз. А от як у психології, як тут перепровірити, яка була помилка, та які можуть бути порушення правил? Ні, здесь как раз все понятно. Еще раз подчеркиваю, что съезжаются лучшие из лучших. Это профессионалы своего дела. Это лучшие социологи, политологи, психологи. И понимаете, здесь уже идет такое обсуждение. Мы говорим не просто о каких-то таких, ну если хотите, там школьных заданиях, знаете, когда дважды два – четыре. А здесь нужно, чтобы мы, апелляционные комиссии, собирались и обсуждали с передовых позиции науки, правильно, да, правильно ли интерпретировали ответ члены жюри того или иного студента. А как баллы відзначают и ставят баллы члены жюри, как они выделяют переможців? Здесь все очень просто и все очень четко. Мы настояли на том, что обязательно проведение двух туров. У нас науки и политология, и социология, и психология, они не чисто теоретические. Они имеют прикладной характер. Поэтому два тура. Первый теоретический. Здесь все просто. Компьютерное тестирование. Баллы. 100 вопросов, 100 ответов. Максимальное 100 баллов. Компьютер дает ответ. Три или четыре варианта. Из них только один правильный. Надо выбрать, надо показать свои знания теории. А второй тур, вот как раз больше всего вызывает дискуссии. Прикладное, да. Прикладной характер. Например, у социологов это будет тема предложена и будет проведение эмпирического социологического исследования на ту или иную тему. Но мы сейчас уже видим, как вызывают споры результаты, данные рейтингов, данные социологов. Вот. И жаль, что, наверное, у нас нет у телевизионщиков или у экспертов нет такой апелляционной комиссии, когда мы могли бы это все рассмотреть и сказать, эти данные правильные социологов, а здесь уже еще немножко поработать. Поэтому вот, а мы так, апелляционная комиссия, так делает на Олимпиаде по социології. Це правильно, а тут треба ще доробити. Дуже дякую за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні ми підбили підсумки першого етапу Всеукраїнської олімпіади по психології, яка пройшла в Одеській юракадемії. Найсильніші психологи представлять наше місто вже на початку квітня в місті Переяславль-Хмельницький, де пройде вирішальний етап. Сьогодні в нашій студії декан факультету психології, соціології та політології Одеської юракадемії Денис Яковлев. Дякуємо, Денис Вікторовичу, а також доцент кафедри соціології та психології Одеської юракадемії Юлія Форманюк. Дякую, Юлія. Мене звуть Дмитро Богомолов. Залишайтеся з нами.